Встреча с Богом необходима каждому человеку, независимо от его положения, заслуг или христианского стажа. Ведь если мне, как личности, не безразлична вечность, а также не безразлично качество жизни здесь на земле, то я действительно буду искать встречи с моим Творцом. Ведь кто, как не Он, может придать смысл и яркость моей жизни? На событии, называемом «Encounter» в церкви Мелхиседек, я пережил то, что я могу назвать совершенной радостью. Радостью спасения. Это не просто банальная фраза, которую я прочитал в Библии. Это действительно то, что невозможно передать словами. Это необходимо пережить. И поэтому я приглашаю тебя, я приглашаю всех моих друзей и всех, кто смотрит это видео, на «Encounter». Переживи Бога, переживи счастье, переживи радость. Увидимся там.